бегом по холмистым склонам. В Маркинском районе Мариэл состоялся очередной, третий по счету чемпионат муниципального образования по горному бегу. Кто стал его участником и итоги соревнований в нашем следующем сюжете. Холмистые окрестности Марков стали идеальным местом для проведения соревнований среди любителей необычного горного бега еще 3 года назад. Как видим, традиция укрепилась, и чемпионат стал регулярным. Понятное дело, что эта округа далека до окрестностей знаменитой горы Аламнер в плане высоты. Однако перепад 80 метров тоже еще преодолеть надо. Я соревнования уже давно хожу. У некоторых выигрывала. А сейчас я в горном беге 2-й раз. И надеюсь выиграть. Среди участников и стар, и млад. Самым юным – 11, а, скажем так, самым опытным – без ограничений. Есть тут и дебютанты, и те, за плечами которых старты самого разного уровня, включая и российские. Это приятно, конечно. Мы сельские школьники, сельские ветераны, пенсионеры выступаем на уровне Российской Федерации. И не зря глава Республики Мариэл Александр Шан сказал, какие вы молодцы. Действительно, кто-то должен это делать. Если мы не сделаем, не поведем за собой этих ребятишек, значит, так, ну, вы сами видите, спорт может где-то погибнуть. Всего же на открытый чемпионат Маркинского района по горному бегу собрались около 150 бегунов. Не только из этого муниципального образования и других районов республики, а также из Йошкар-Олы и даже Татарстана. Ввиду того, что горный бег – совсем другой вид спорта, нежели бег классический, организаторы соревнований подготовили несколько дистанций – от километра до 12. То есть, если не уверен в своих силах, можно пробежать совсем немного, понять для себя, что же это такое, и через год, снова приехав сюда, выбрать километраж побольше и получить такое же удовольствие, как участники нынешних стартов. Я бегал 2 километра. Ощущение отличное, а трасса хорошая. Здесь проходит 3-й год уже соревнования. Второй раз уже участвую. В прошлом году не получилось. Трасса хорошая. 4 километра бежала. Понравилось. Добавлю, что победители и призеры чемпионата получили кубки, медали, грамоты, а также ценные призы. Впрочем, признаются сами участники, не это главное. Главное – пробежать дистанцию бок о бок с единомышленниками, показать, на что способен, и просто прекрасно, и главное – здорово, от слова «здоровье», провести время.